the approach phase. Everything looking good. 16 лет. По-моему, в росте нельзя остановиться, потому что есть всегда место для, чтобы быть лучше. Десять. Сколько столько надо? В Америке. А, наверное, все-таки в России. Чаще на матч. Скорее всего, на матчевое кольцо. Под своим кольцом уютнее, под чужим лучше. Дома всегда хорошо. Потому что квадратом тяжело было бы бросать в кольцо. Потому что в квадратных кольцо бы не влез. Чаще избивают. За место под кольцом надо бороться. Самое главное — выиграть. Наверное, все-таки победа. Кладовки, но она в основном никогда не нужна. А зачем? Я и так высокий. Мои партнеры настолько классно играют в защите, что я просто могу спать в краске под кольцом. Уснуть вряд ли, но выиграть в желто-синий.